Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев встретил в аэропорту Кольцово членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Екатеринбург для оценки возможностей города в борьбе за право принять Экспо-2025. Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета Международного бюро выставок Джай Чулчой. Всего в составе инспекционной комиссии, прибывшей на Урал, 9 человек. По русской традиции гостей в Кольцово встретили хлебом и солью. Сразу после приезда члены комиссии перешли к первому пункту своей инспекционной программы, осмотрев инфраструктуру международного аэропорта Екатеринбурга. Сегодня более 4 десятков российских и зарубежных авиакомпаний связывают Екатеринбург с более чем 100 городами мира, а через удобные пункты пересадок практически со всей планетой. После масштабной реконструкции, завершенной к саммиту ШОС, прошедшему в Свердловской области в 2009 году, в Кольцово появились обновленные внутренние и международные терминалы, гостинично-деловой комплекс «Анжела» и другая современная инфраструктура. В 2018 году международный аэропорт вошел в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год. По версии премии World Airport Awards, вручаемой престижным британским отраслевым агентством Skytrax. Отметим, от результатов работы инспекционной комиссии в городе-претенденте на Всемирное Экспо во многом зависит успех заявки. В Екатеринбурге у членов делегации МБВ запланированы, в частности, презентации глав российской заявочной книги, встречи с представителями федеральных органов власти, руководством региона и города. Также ожидается, что делегаты после завершения рабочего визита в Екатеринбург продолжат работу в Москве.